говоришь, может, Родион? Я говорю, нет, я просто ради. А ты представляешь, я говорю, это не Эльбруса. А когда я начинаю, я уже про фамилию вообще молчу. У меня фамилия Юлиякшин. Юлиякшин. То есть... Это звучит как китайский. Поэтому я такой сижу... Я сижу своим продюсером, я говорю, слушай, так не пойдет. Он говорит, а давай придумаем. И мы начали придумывать. На самом деле мы долгое время это думали и придумали. Теперь я делаю играю, теперь просто и вопросы даже не задают. Я был 2 дня назад дома у тебя, и там бегала собачка, которую звали Грей. Понятно. Ребята, аплодисменты. Давайте поздравим этот человек.